Всем приветики! Сегодня мы делаем гриль. Мне сейчас влетело от мужа, потому что я сама хотела делать гриль. Он сказал, что гриль – это прерогатива мужчин в Америке. И вот он делает это сам. Это у нас, я думаю, что это шашлык. Ариша говорит, что это кебаб. Это обыкновенная газовая плита, но называется она в Америке, так как она стоит на крыльце, называется она гриль. Ричард дежурный по кухне. А я вам хочу показать мое любимое блюдо. О! Это как по-русски-то? Это дынька. Сладкая калифорнийская дыня отличается от астраханских цветом и вкусом немножко. Еще я собираюсь погрилить овощи. Ричард погрилит овощи, потому что меня туда не пустят. И разрешили американской жене попить сидра, газировочка. Всем спасибо за внимание. У нас прекрасный летний вечер, 21 августа. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал.